Готов? Да, нажми. Ну все, погнали. Го-го-го. Дуашечки, дуашечки. Ну тут пинг, правда, побольше, блин. Он не лагает так как-то. Надо оптимизировать, короче. Приветики, приветики. Чё, куда упадем? Есть размышления. Типа за дропами покататься. Ну, сюда и поесть по тропам посмотрим. Ну давай. Погони, погони. Блин, плохо, что на семерке не работает эта штука, которая музыку на Твиче можно слушать. Мне тут сегодня написал компаньон, что хочет меня этот в офис посадить, короче, за этот, за Mac. Понял, короче. За MacBook? Я говорю, ну, блядь, я на Windows работаю, я на Mac, это пиздец мне переучиваться, это очень долго. Ты так винду поставим. Я такой, а, ну тогда вообще не против. Нормально. Так что скоро я... Не, в офисе клево, конечно. Ну, просто вот у меня, когда есть выбор, ездить, не ездить, например, плохая погода. Типа, проще на удаленке. Да, да. Ну я, конечно, дома проебаю, видишь, там в PUBG поиграть там, и так далее. Вот. Ну, я люблю город. Я, если пойдет у меня дальше с этими типами, я на арт-директора планирую вообще там остаться. Так, вражок трое. И на школу много, и на общение. С нами вроде как нету. Мы потихоньку сейчас ценники поднимаем, поэтому я надеюсь, что в скором будущем мы уже будем работать более-менее с нормальными деньгами. А, за деньги работать хочешь? Ну, ну, чем больше, тем лучше, конечно, хочется себе. О, у нас какой-то чел прибежал, слышь? Да, серьезно, прикольно. Калаш твой любимый. Понял. Дура, дуралей какой-то. Тут калаш твой любимый есть. Ага, возьму. Капец, что. В первом домике, короче, с краю, который двухэтажка. Угу. Тут семерок пособираешь по домику. Да, да, да. Берилы лежат. Ой, тут дохуя эски. Я чуть-чуть чутка возьму, у меня СЛР-ка будет жить во втором.
Че это такое? Шо это? Откуда вы, блин, тут? Это тип, наверное, его друг. Калаш нашел. Да, бежит, да. Бежит такой. И волосы назад. Не знаю, после топовой эмки даже вот теперь этот грозу не беру. Я настолько уже привык стройки зажимать. Мне комфортно уже просто зажимать стройки. А 2х нету? 2х пока есть, но оно мне нужен. Он мне нужен. Если найду. Если найду. Трешку тебе могу дать. Трешку давай. Возьму. Точка нужна еще тогда. Точку. Голограф. Возьму. Скинешь? Угу. Кидай там голограф, короче, тройку. Я сзади тебя. Ты внизу скинешь? В душе. Че, сейчас тебя стримчанский не грущит? Да вроде нет. Ну так, просадочки есть, но не шибко такие, как там было. Не шибко. Броньку во вторую. Будем файтить за сражком или как? Ну можно, у меня СКСК есть. Ну, у меня СРАК, да. Я поддерживаю. Сейчас я подзахилюсь. Что хорошо, все. Можно и фатиться. Давай. Сейчас. Подгущусь. А если я без каски, дядь, вообще? Там не было никакой? А, первая была. Ладно, похуй, поехали. Да нафига, каску-то она взяла. Да ладно. Полшота, и ты все, потек. Пробуем. На характере. СЛР. Я видел. Угу. Видишь кого-нибудь? Пока нет. Если в этом доме сидят, мне пипец. Мне хана. Дальше стреляем. Где-то в красном доме. А, нет. О. На той стороне, что ли? Да. Ага, вижу возле дерева. Возле багги. А, наверху который, да? Вот красный дом маленький. Что тут в челике есть? Ой-ой-ой, со всех сторон. Одного нокнул вдалеке. Тип в красном доме стреляет по тебе. Чувак в синий дом побежал. Будет хилить, поднимать. Сзади тебя синий маленький одноэтажный дом. Хаешечку бы туда. Понял. Он в синем доме. Блин, ё-моё, Миша. Все. Так, еще есть двое. Один на красном доме. Вот тут был. Да, я слышал. А один стрелялся где-то вот. Тихо, зеленый. Это зеленый цветной, походу, там есть. Это ты? Погодь. Подлутать бы каску у этого. Каску хочу подлутать. Угу. Едет УАЗик. Мимо. Восьмерка, нихуя себе. От души.
Тут корякер был в этом красном домике. Да-да-да. Может, это он пришел к своему на помощь? Не-не, это другие были. У Вилмага там нету? Ты дом корякера лутаешь? Ну, смотрю, это дом, да. Никого не вижу. Тоже никого нет. Они, наверное, на лазике все-таки свалили. Ух ты, нихера. Нихера себе. Читаки, что ли, пришли? Понял. Да, читеры, походу. Угу. Ну, стреляй, ты чё? На горе самой, да? Да, читак, походу. Я ему два шота в нем. Ой, бля. Ага, на ходу в голову сразу, понятно. Нахера, блин. Что нахера? Да, побежал. Если ног будет, чтобы поднять. Как ты думаешь, нахера? Тихо, тихо. Побежал? Тихо. И на спидах побегут сразу, блин. Это пиздец. Понятно. В голову на ходу сразу снял. На баги едут. Будут кидать что-то прилипающие, которые к телу прилипают. За забором, что ли? Не знаю. Ага, вижу. Сука. Ой-ой-ой-ой. Чё, двое что ли прибежали? Или они бежали так? С двух сторон, блядь, сука, как-то взяли нас. Да нет, там двое вот с моей стороны. Один в хате. Ой. Блять, я ему дал голову. Тихо, тихо, поднимай, блядь. Он хаешку греет. Блять. Блять. Они видят, знают, где я. Один в том доме, смотри, я не знаю, какие-то двое. Один здесь, другой там сидит. Да понятно, это эти. Я, кстати, их ники запишу. Просто со СКС-ким в голову даю. А, ну, ухожу, ну, второй шот даю, короче, он мне СМ-24 роняет. Вот он под забором, посмотри. Под забором вот он стоит, блядь. Под забором. Вижу. Хорош. Добивай. Как я его вынес, а, чётенько. А второго ты не увидел, что он бежал, да? Я не успел. Он в окно не выпрыгивал, он медленно спрыгивал. Какой-то прикол. Я пытался быстрее, из-за того, что пытаешься быстрее. Мог и второго, я не успел. Я добить, у меня была стояла задача добить хотя бы одного. КГБ совок, блин. И КГБ... А он сейчас взорвется, смотри, блядь. Да хрен на него уже. КГБ сосок. И КГБ, что там?
А вот еще, а это ж, ах, это кто, смотри. А это что за Bad Boy 228? По-любому тоже читер, чекай. Чекай, чекай, Bad Boy. Да я вышел. Понял. Дам репорт на этого Bad Boy тоже. Альбасу читачок. Черт, конченый без этого, блин, бегает, без скинул даже. Нормально ему на реакции, короче, все в голову засадил. Просто трунь. Вот тебе и читы, которые вообще не решают нифига. Я без сказки был, а он в третьей башке был. Или во второй? Во второй он был, да? Во второй. Да, да, вообще четко его заебашил. Да долго он выпрыгивает почему-то. Он что-то вот... Какая-то проблема с папком, с этим... окнами. Он в одно окно залазит, в другое не залазит. Опа. Один минус один. Сейчас опять с ней кехэбэ. Чё там? Скидите, блин. Чё там читок? Минус... Чё? О, минус второй. Хорошо прям. А Никита, Юра. Юра, Юра. А, то Юра, окай. Там не видно просто. А, да, тут же нет русского текста. Кириллица точно, точно. Юра. Юрий. Юра. Сразу вспоминается шутка Щербакова. Какая? Короче, там что-то... говорит... кореш Юры, типа, будет, короче, чувак будет вставлять, как же там, чувак, короче, будет лить табаско на член, вставлять корешу в очко, потом вынимать, член будет гореть, а Юрий будет дуть. Кого? Блин, я пересматривал недавно их пару выпусков, я дико смеялся с этого, с шуток этого Чапаряна. Когда он особенно баст там у них был, он говорит, она смотрит, говорит, на тебя, белеет и говорит, мелочи нет. Блин, я там со смеху чуть умер. Я уже смотрел эту передачу, прикинь, прошло время, и он вторую добивку делает. Как он охеренно, шутку просто, как он юмор охеренно использует, он... говорит там, типа, ну, Баст рассказал свою историю, он говорит, я придумал добивку, типа, ты, ну, это все рассказывает, она все белеет и говорит, типа, мелочи нет. То есть он тоже шутку в новом контексте, блин, все равно было смешно. Я просто угорал, как это круто он делает. Мне больше понравилось это, когда они ему позвонили, типа, такие, что-то там... в КВН, там что-то шутки какие-то там, или что, почему там что-то или закрывают, или какая-то херня, или там какой-то чел, там маленький, там какой-то, ну, короче, я не помню шутку, но в итоге Артур Чапарян сказал, что это Масляков. А, да, там что-то было связано, да, с в Юрмале что-то происходило, да? Да, да, быстро... с нами 6 человек с нами. Угу. Че, в доме с гаражом? Да. Давай. А двое на заправку. Чё у тебя за оружие? Мутант? Скорель, на, дай мне патроны на это. Да, вот давай, на. От души. Минку потом заберу, если что. Так, я носичку пошел туда. А куда они падали-то, они вообще? А где-то вот у нас по периметру. Двое в этот упали, в соседний домик. Понял, носичку ушел. Прицел бы еще хотя бы троечку. Вот мы здесь вообще даже не прочекал, кстати говоря. Кто где? И сзади типы, которые в этом... У меня вообще ничего нет. Ну, в смысле,
О, вижу типа. А, нет, не вижу. Где? Пиздю. Пиздю. Пиздишь? А-а-а. Мне нужен... Я вслед, но вижу, что ты охуел. Да-да-да. Семерок скинул тебе еще 20 штук. Ага, все. Мне нужен шлем. Первый на этом есть. Пятерки тебе взял. Пятерки возьму. Где? Бинты. Скинул, скинул. Мне не лезет уже ничего, у меня взятки еще. Взял. А что ты там? Там рюкзаков вторых было. Я не увидел. Здесь возьму первый. Прикрой пока. Давай. Хоп, шестерочка, хорошо. Ой, прям хорошо. Они по-любому вот в этой херне сидят. О, аптек тут нихера. Прикольно, у меня ноль пока аптек. Вот второй рюкзак. Ой. Сзади? Сука, сзади. Ай, блин, сука, сзади. Тихо. Нокнул. Хорош. Второй к нему подходит. Хилюсь, мне сильно накидали. Винтами отхиливаюсь. Вижу. У нас еще приехали. У нас приехали сверху на W265. Понял. Хилюсь. Да. Да, я вижу их приехавших. Жопа открыта, ты пипец. Где они? Метка можешь? Где-то 90 видел вроде бы. Аптеки забрал. Так, вот так, вот так. Вот так. Семерки. Ладно, я тогда возьму так. Надо будет миньку потом взять. Вон они, на горе, Миша. Уходи, уходи, уходи. Да ухожу. Вижу его. Крысы конченые. Такие пиздоразы. Ну-ка, иди. Блин, я его не вижу. Нехорошие люди. Тихо, да, да, нехорошие люди. Я его не вижу. А вон еще на горе один. О! Доел. А где М24? А, он еще джип там сзади, понял. Без каски тело. Опять хились. Там где-то у него слева М24, дружок, блин. Не-не-не, это не нормальные типы. Это... Где он? Отходи. Это скотина, это он же видит нахрен все сквозь этот, блин. Бежит уже, давай встречай его. Бежит. Гранату кидает, блин. Лег. И гранату кидает. Тихо. Да он четко, она, смотри, ко мне примагничивается. Она примагничивается. Дурак, говно босса на этой игре.
Не просто, блин, вот четко примагничиваются, блин. Он с какого-то говна там попадает сразу все мне в голову. Сагия, блин. Ну я тебе скажу, ты тоже плохо пострелял. Я? Да. Угу. А у меня была топовая этот, просто берстовка. Ты конченый уебок, блин. Я на тебя, тебя забанят же сейчас, конченые вы дебилы, блин. С вашими читами, блядь. Вас же забанят, идиоты, блин. Давай, выходи, поехали. Да у меня по оружию, блин, была эта, блин, берстовка, которая ни хрена не этот. Нету ни никакого урона, понимаешь? Был бы хотя бы СЛР, блин, или что-нибудь типа такого. Я ему 2 или 3 шота попал, блин, а ему по... все равно. Ну я им дал 2 шота с этой, с СКС-ки, короче. И вот он третьего же, не хватило. Он же видит, откуда я вылезу. И просто уже только высовываюсь, чтобы пикнуться, он мне сразу все попадает, блин. Твари конченые. Ну, я с калаша по нему просадил. А ему похер. Только этими быстрыми зажимами по ним можно просто пикнулся, тринь и уснул, выснул и запрятался. Это хорошо, что у него еще не стоял этот, блин, ускоренный выстрел. Он чисто просто с ВХ. Наплыв начался вообще. Невозможно. А это еще 2 же, блин, этот... выкинул из игры, а сколько там еще их осталось? Я себя сдерживаю, чтобы меньше ругаться. Я пересматривал недавно твой стрим, я там мат на мате ел, наверное, театр, думаю, нормально. Я уже разучился говорить нормальным языком. Мат-матом погоняет. Я что говорю? Только отошел в туалет, у меня уже дочь сидит на столе на компьютерном. Прям как кот мой, который кресло занимает. Давно на мильту не прыгали, может, на мильту? Ну давай попробуем. Ой. Капочка такая на зимке классная получилась. Её можно вырезать. Окей, она одна. Че её вырезать? Я ее уже в YouTube закинул. А, да? Прикольно, да. Прям спокойно вообще, мне понравилось все так спокойненько. Я, правда, немного там запутался, когда ты метки начал давать. Да тут беспонтово, тут никак... Ты метки-то ставишь сначала одни, их нужно проверять. Я такой смотрю, там ли ты поставил, не там. То есть вроде выстрел там, типа, видел не там, ну, понял, поэтому... Ну, то и ты там ставил. Система меток в PUBG, конечно, она желает лучшего. Оставляет, точнее. В Apex намного круче. В Apex, допустим, ты видишь метку непосредственно вот. Да, ее поставили. Угу. Прямо на карте, вот визуально. Угу. Просто челик может. Да. Убегать. И она не мешает при перестрелке. Допустим. Прикольно. Ну, видишь, не продумали, да. Называется юзабилити.
Вот, например, сколько раз было, что типа пробегал на фоне тиммейта и номер так совпал. Да, да, совпал, что. А это. Да. На одной линии просто были. Ага. Да, да. На ферму упали. Угу. С нами были вообще? Я никого не видел. Не, не видел. Давай считать, что были по умолчанию. Ну давай. Как знал, куда бежал, блин, калаш сразу. Клёво тебе. Скорель. А, можно мне... О, возьму. Ну, потом скину. СЛР хочу. Мне прям для неё уже собирается. Я бы чё... Я бы чё-нибудь такое... По... Я бы прям что-нибудь такое на семерочку взял тоже. Могу тебе мутантик подогнать. Не-е-е-е. Сам бери. Я недавно с кем-то с пандой играл или с кем. Он там прям уписался с мутантом. Мутант, я не буду ничего брать мутант. А, ты тут лутал, да, в трехэтажечке? Угу. А где Скорель когда? У меня. Не хочу. Х4 есть, Х3. О, возьму и то, и то. Х2 надо. Понял. А мы еще и в зоне, прикольно. На. На души. Патроны еще 140. Ой, хорош. Так, а что у меня выкинуло? Пипец, для второй нужен срочно, срочно. КС. Возьму. О, еще Скорель. А, у меня 30 бинтов, вот что не видно. Ну, ты нормально, нормально. Нормально, да? Вообще, вторая броня. Запасливые. Еще пятерок хуй выиграл. Мне второй рюкзак нужен. А броню, кстати, вторую возьму. Компенс тебе взял. На что? На аэро. На Ну, что ты завис? Алло? Ангар лутал? Нет.
А, ты чисто в магазин пошел, да? Правда. Я ждал компенс, но ты бы мне так и не скинул. Ну, сейчас вот тут скину. Вот в розовом доме. Второй рюкзак тут. О, у меня есть компенс, спасибо. Все, не нужен. Второй рюкзак не надо? Нет, есть. А, у тебя есть этот. Угу. Жопка на МК нужна. Ну, не знаю. Чем тебе помочь? Миник, миник, миник. Так, а где дроп-то? Он что-то летел, тут летел. Приму в дар X8. Понял. А я бы X6 дал. Ну я бы тебе отдал X6. Понял. Если что поменяется. В дар, нихуя себе. Ну а что? А я аптеку бы в дар принял. Молодно. Не волнует. Кар бы взял вообще, что? Ну, я СМ-24 бегаю. Да? А, окей. Я бы на СМ-ручку, если бы я пришел. Значит, ты бы в СМ-кашке давно не играл, так вам хочется. Вертикалка не нужна? У меня калаш М24. Понял. Уже 46 живых, если что. 4х нужно, да? А, летит прямо над нами с самым. Он же его сбросил, скорее всего. А, хотя нет. Зона-то у нас, да. Прикинь же с нами. Четко, чекай. Ага. Оп. Давай, не стесняйся. Че скинуть-то? На нахер. Вешечку. Да, на мост, кстати, туда. Можно подтянуться. Пойдем? Да мы уже в прошлый раз подтянулись на мост как-то неудачно. Так, я на этой стороне тогда ухожу на ту сторону. У нас моток есть, если что. О, класс. Трехколесный, правда. Я видел, видел. И это не очень хорошо. Я бы туда сходил посмотреть все-таки. Да, ну да, да. После того, как мы разбились, я понял. Ага. X2 нужен. Не очень хорошо говорит. О. Блин. X2 как по заказу, я могу. Угу. Нашел тоже двойку. Вилмак нужен на автомат. Сам только нашел. Он сразу топовый, правда. Прикольно. Везунчик ты. Предлагаю тут долутаться, все-таки туда пойти. Еще один X6. Но уже не лезет, я не возьму. 6x? Ага, возьму. Окей, отлично. Розовый дом одиночный. О. Мне сегодня приснилось ночью, что собака за мной гналась и кусала. Я ее с ноги так оп, и во сне понял, ногой. А у меня кот, видимо, на ногах спал. Кот охерел, короче. Жопа на МК. О, возьму. Все. Два болика тут еще. Еще пошарься в этом доме. Угу. А почёки не было нигде? Чочку сам бы взял. А ты... А, на СКС. Угу. На СКС. Пошли туда к этому, посмотрим. Сейчас.
Все равно если читеры нас убьют рано или поздно. Лучше раньше в бой вступить. А так проехал только что. Где? А вот где-то в полях вот тут. Я иду к мосту, если сходить. Да-да. Бери, мотай. Тяни колесо. Они туда поехали, слышишь, к мосту. Ну хорошо. Ага, на перекресток, понял, там домик. Да. Вот сюда они поехали. Стоит нарушить их тишину. Посмотрим. У меня СКС просто. На крышу 100%, на крышу. Да, открыл крышу. Не едь ко мне только, заедь куда-то в голову. Выпали меня. Пойдется. Блин, лопнуть меня изи могут. Я во втором шлеме. Я тоже не в первом. Ой, не в третьем. На берег попробую пройти. Ага, дроп забрали, тут тачка валяется или что это? А, это водная хуйня, это Муся. Блин. Ох. Хорош. Трехэтажки? Нет. За ней. Ага, на крыше есть в этом. Сидит. На левом, понял, сидит на крыше. Ага, вижу. Челбас. Их там может быть двое. Чуть-чуть перейду. Угу. Дымят. Кого дымят? Они дымят. Трехэтажку. Нахер они не дымят? А, он поднимать хочет? Нет, я того добил своего, он в поле был. А, они не поняли, что ты их убил. Что ты того убил. А. Он с ним файтится, походу, слышишь? А кто с кем там файтится? Ебать, там гранат столько. Дымится, нет? Блядь, меня с этого накидывают. Накидывают с этого, блин, с оттуда откуда? Да, сейчас откуда, в смысле? Метку дал. Да? Откуда накидывают? Прикольно. Из отдельных домиков. Не, с горы. Еще, Вот оттуда накидывают. На мосту люди проехали. Угу. Где-то с поля, да? Ну где-то да, там на холмике был. Блядь, не могу с этой СКС-кой сейчас, вообще так неудобно. А едет на мотоке к тебе, Миш. Вижу, в поле бегает. Батем просадил. За маленьким домиком. Да, я видел, двое там. Один вообще красный ушел. Они не в зоне, кстати. Перебегают в трехэтажку, в трехэтажке. Вижу. Блядь. О, блядь, а ты их еще кто откуда, блядь? Мишань, там походу все. По мне сзади стреляют. Слышь кого-нибудь? Там походу. Да, тут три. Там три трупа должны валяться. Опа. Да, УАЗик.
блядь. Так, блядь, по тебе? Да, сейчас по мне чувак прошил, я не знаю откуда. А, они там двое их. Где там? А, один... На той стороне в домиках. Там где я? Не-не-не, вот дома, которые я помнишь, где Скорель нашел? А, понял, да. Это оттуда по тебе стреляли? Где-то с той стороны, на наших домах, короче. Так, я успею залутаться? Или лучше... Там УАЗик у них стоит. Я к тебе, сейчас проеду в трехэтажку, если что, чтобы принимать людей. Давай, я подлутаю. Давай запущу я дроп. Не, ну, блядь, как хочешь. Вижу. Сейчас УАЗик прыгнет. Не прыгнет УАЗик, я в зоне вызвал. Уже рядом где-то, слышишь? Это я. УАЗик прыгнет сейчас. Побежал типов лутать. Тут 8 икс есть, дядь. Мишань, ну ё-моё. Что? Я говорю, где люди, я с ними перестреливаюсь, ты там трёшься. 8 икс возьми мне, если есть. Я аптек набрал. Нам лодка нужна. На восьмеру. Давай. Аптеки нужны? Нет. На мосту, если что, люди встречают. Понял. Блять, тут одни пятерки. Нам дроп надо забрать, вот он падает, слышишь? Уилмак, есть. Он уже не нужен, он уже есть. Я кого-то слышал или нет? Или тебя? О, дроп упал, прикольно. Упал. А как его? А, его с крыши только можно, блядь. Поехали. Подожди, говорю, дроп, блядь, дай залутать, заебал. Блядь. Как его вот взять теперь, этот конченый дроп? Меня вообще не слушаешь? Да, слушаю я тебя. Тип с твоей стороны возле заправки, Миша. Понял, понял. Видео, видишь, видеть должен его. Еще не вижу, подожди. За деревом он. Вижу, вижу. Сейчас дам. Блять. Там их двое. Попал. Все, хорош. Буду... Блять.
он? Там внизу, вот тут вот. Да, сука! Ебучая машина. Там еще один вдалеке бегает. Все. Тут че? Умер тип. Тут умер тип. А, вон и на лодке поплыл, блядь. Говорю, лодку давай возьмем. Нет, нахер. Поехали. Заберешь меня? Поехали. Блядь. Спасибо, блядь. Ты вообще в уши долбишь себя, походу, блядь. Не вообще не слушаешь. Ты в свою игру куда играешь, блядь. Это ты в свою лутающуюся игру играешь какую-то. Лутарь, блин. Лутает и лутает все постоянно. А почему я не могу в, пос... лутать, в последней зоне, блядь, будем лутаться. Ну, сорян, я хотел третий шлем. Теперь у меня хотел пулемет есть. Надо теперь его встречать с этого с берега, будет там чем. А у меня из-за тебя, блин, брони нету теперь. Из-за меня? Да, из-за тебя. И аптек мало. Ты придумал. А чё я придумал? А почему две? Я виноват в том, что у тебя нет брони? Потому что ты пока там лутался, меня чуваки двое стреляли. Это потом ты его только нокнул. А что мешало тебе подождать? А? В смысле, что мне мешало подождать? Прям он, что тебе мешало подождать и вместе поехать? Всё мне мешало, зона мне мешала, Миша. И тип, который уехал на лодке. Сам себе ответил, ага. Ты зона виновата, а не я, блядь. Да и ты долго был, потому что. Бустов сколько у тебя? Нормально. Дай мне, у меня один. Недавно. Не заслужил. На. Чё ты бесишься-то? Да ничего. Лутал там, блядь, трёх трупов. Бустов, блядь, не взял. Опа, сзади. Вот наши. А, это сзади. Что я не сориентировался по карте, не посмотрел даже. Вот там, в упоре у нас, в упоре. Лежит. Это... Еще один. Да ёперный театр. Все, броню, все, броню сбили мне. 195, там у них полный дайв. Ага, 195 там херачит где-то. О, еще тут впереди у нас в упоре. Двое. Сразу забрал? Да. Это на минетке временной. Еще одно, он еще едет. По тебе не попал? Нет. О, с грозой тип. Дерево, метка временная, перезаряжаюсь. Да, хорошо дал. В маскалате он был. Хорош дал. Блять. Он горит. Все, хорош, поднимай. Поднимай. Кто там у нас? Кстати, нет, не шлепнет мне. Не знаю. Маскалад у него возьмешь? Да. Два этих. Собирать теперь. Тут каска третья есть. О, пятерок нормас. Семерки нужны. Ты ходишь? Ну, вроде да. А, тут гроза еще у него. Да, забираю. Вот тут глушитель есть. На грозю. Третий рюкзак.
это? Где тут что? Где глушака у того? Вот здесь, вот здесь. Вот здесь, там где я. Там где я. Там где я. Да понял, я броню брал, блядь. Понял. Ты же не отвечаешь, скажи окей. Что, я лутаюсь? Забываю приседать, блин, и меня ведет пулемет. Вот тут трупы еще, слышишь? Угу. Сейчас тот Чапаев будет с этого берега. Угу, я тебе говорю, да. Он одиночка. И он, походу, какой-то не это. Неадвокатный. Давай на горочку отсюда. Я привыкну, что я теперь... О, внизу бежит тело. Внизу, да, вот 210, 205. Да, он за бугром, вот тут. Понял. Да нахера ты к нему прям бежишь? А, вот он, вижу. За деревом. Да, видишь его? Хорош. Я в глаза долблюсь, я его не видел в упор. Хотя он там куролесил у меня. Вот этот с UMP, который, это этот. С леса. Он в хате по-любому. Угу. Чудак этот наш, да? Да, да. Можно вот сюда к камням пройти. Ух ты, у меня на 5 стреляет, слышишь? Да, слышу. Там СЛР, давай, что ли? Занимаем. Угу. Глушителем, какая-то шляпа. А, миник был. А, типа, походу, с грибка он, походу, стрелял, да. Да. Это кого? Чё его ведёт? За грибком убил. Ага. В домиках остался тут. Видишь, бежит. Меточку. Убили его. Тип где-то у нас вот тут сбоку. На 240. Понял. А, вон за деревом, вижу. За дальним, да? Да. Мы в зоне. Да, я знаю. Не рискуй. За красным, да? А, понял, за красным. Вижу. Сейчас пикну. GG. Не дал мне. Да. Пикнуться, да. 8 фрашков. 8. А, нет, 7. Почему-то... А, 7, 7. А я бустик принимал, думал, сейчас с ним попекаюсь. Чужую хаешка, эх. Вот так вот бывает. Вот и верь после этого людям. Угу. Неплохо зашла. Да. Картошка в сети. Ну, в сквадах. В водах такое жесть. Угу. Да, сейчас я пойду работать, с ней поиграешь, окей? Посмотрим. Давай еще одну каточку. Да. Катулька неплохая была, конечно. Да, хорошая. Что-то я так долго с пулемета убивал того за этим, блин. За ладьей.
Сейчас я пойду кота покормлю. Да, плохо, что он трансляцию музыку нельзя. Так, или в отдельный канал ее как-то надо. Лайн тот же. Звук самолета, блин, послушай. Да-да. Когда успеваешь, типа 8 фрагов, я пока свои 4 сделал, херак, у тебя уже 8. Я в прошлое сделал 5, херак, у тебя 6. Как это получается? Читер, читер, наверное. Ну, блин. Ты лутаешь, я фраги делаю. А-а-а, ты ж там это. Ты ж там на этом, блин. С нами двое. Они вот на этот, на верхний. А я вижу, вижу, вижу. Вижу, 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 вижу. А второго не вижу, кстати говоря. Рядом с тобой. Вторая броня на мне. Я не вижу, выбежал. А второй где рядом со мной был? В моих домиках больших. Да, где-то там. Тут, если что, ракетница есть, но я её брать не буду пока. Шел на ладью. Просадил в ладье. Угу. О, блять, как? Откуда? А он где-то сидел за заборчиком. С заборчиком где-то на 335 сидел. Херей, сейчас и хаешку, и пипец. Есть аптека? Менты. А вижу, он в доме в розовом. Понял, понял. Хотя я его не счекал. Один у нас? В соседнем доме? Перехожу дальше в дом. Ну хорош. Тот там же. Ох, нихера. Твои СС-ки, ну он просаженный в хлам. Давай, поднимай, иди. Я сейчас чекаю буду. Тихо. Чекаю его. Угу. Он даже не хилится, сейчас я ему выебу. Понял, 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 давай. Это сам не отхиленный. ВСС-ка там. Бежит. А где он с забором? Да ёб твою мать. Вот сейчас за ближним забором. Хорош. Повернулся, блядь, спиной, блядь. Не знаю, дебил. По тебе еще стреляли, если что. По мне стреляли? Да. Кто? Не знаю, кто. Калаш есть в доме. Уже все. Уже тип. Залюпанный. В смысле? Ты не в курсе, что ты мой лут взял? Твой лут в смысле? Я ВСС-ку только взял.
Какой твой лут? Обыкновенный. Ты сейчас заберу там. В плане того, что они лутали мой дом. О, господи. Мне что-то, типа, что-то тебе отдать теперь надо? Все отдай. Все отдай, да? А, да. Окей. На. Семерки есть? Мне семерки нужны. Убирай. Все, да. X2 возьму. Да, больше ничего не надо. Окей, окей. О, патроны, тихо, на М-ку не забирай. Мне нужны. Я забыл, что у меня миник. А. Да не, мне все, все, все. А, ты все блядь, забрал все-таки. Да блин, ты же, блин. Бери. Каски не было нигде. Вот каски. Да, он, конечно, приколол меня, так нокнул быстро. Думал, с чего это так у меня? Он с ВССки меня так... Или с чего он меня нокнул? Вроде... С миника ты отлетел. Да? Ну, так прям что-то бом-бом. Очень жестко. А, ракетницу надо взять. Да, и мы... да, да. И мы в зоне. О, давай, давай, отлично. Так, у вас забираю с моста. ВСС надо будет срочно поменять на что-то. Я бы миньку взял, но у меня паттерсона мало. Поехали полутаем дальше в следующие дома. Давай, поехали. Да блядь, серьезно? Я думал, УАЗик уже утопил. Нужны, в принципе, патрики и прицелы. Я девятки скинул. Пятерок, если надо, скину. Давай, возьму. Взял пока эту, как его. Ну там взял пока. Тут семерок дохерище. Тут миник. Тащи семерки. Окей. Миник это хорошо. Я тебе прям все патроны на нее отдал. Так, семерки, блин. Если меня влезут все, очень много. Влезли. А что там по дропу? Не чекал? Нет, я был занят. Летит вот еще. Еще будем у меня освободиться семерок. Вот так. Прицелы тебе нужны, я на как. Не, у меня вообще на двойке. Ну у тебя. Что, поехали туда? Следующий кемп. Да, да, давай, давай. А можно. О, туда УАЗик едет. Давай, поехали. Я видел, видел. Поехали под пушку, под горочку. Да они съебываются.
Вертикалка. Возьму. Пятерки увел маг. Возьму. Иду. Х3. Ищу, возьму, блять, Черты свалили куда-то. А чё, типа УАЗик вызвали, что ли? Дроп-то не горел нихрена. Да, идиоты. О, вижу типов. Где тройка? А, тройку забрала. Что тут еще? Попал. Нокнул. Ож. В доме этот нокнул? За домом, за... Вот дымы идут. Понял. По ЛГшке кручу. Еще там? Он обошел! Что? Блять. Ебать, обошел. А как он? Как он это сделал, блин? Ну вот так вот. Так я их не видел. Они двое были в дымах. Охренеть, он... Это нечистое какое-то, я тебе говорю. Это нечистое. Ёб твою мать. Как так? О! Охренеть, он обошел, я вообще не видел, как да это. Да он вот тут присел, обошел, да, вот так. Я понял, прикольно. Офигенно, блин. У них аптеки есть. Это типа сжег. Давай. Давай. Ну, зайдешь, давай, короче. Не, еще их сыграю. Я еще сыграю. Отхилиться сейчас тебе. Да мне нечем хилиться. У меня аптек было дохуя. Задани меня по УТ. А двое там, видишь, бегут? Да, вижу по полю. Подлутай меня. Блять. А где ты? Правее. Вон мой труп. Вон ты мой труп видишь, развернись. Сейчас. Блять. Сладенький ты мой. Ну, хорошо ж было. Ой, хорош, пузо прям. Жопу попадай. Он поднимает жопу, стрельни ему, его видно. О! Он поднял, что ли? Нет. Он начал его поднимать. Ага. А, поэтому ты не высчитали пейте. Так. За ултами аптеки. Вот он, да? Вот он, нет, да. Да, конечно, он меня вообще перехитрил. Блять, я охерею, если от красной зоны откисну. О. Парам-пам-пам. Пороха ешь. Все, и в бой можно.
Ну, пацаны так-то на характере, да, бежали вообще? Угу. Флажки какие-то. Я думал, ты не попадешь. Банк это. Да, надо подольше поигрывать. Так, ладно, слушай, ты пока доигрывай. Давай. Я не буду выходить из чата, ты мне просто скажешь, что ты играл, окей? Ну ты выключи этот микрофон, который так слушает. Зачем мне выключать микрофон? Как, короче, как хочешь. Да, теперь куда едем-то? Соседнее село, на дискотеку. Ну как это? Почему не регается-то, ё-моё? Сколько вот у тебя хп осталось, блин? Уже башку убрал и в голову прилетело. Вообще, блин, Децл, капец. Это пинг сраный. Что там, картошка в сети? Да, в игре. Я что, кикать? Да, пока сыграй без меня. Я тогда себе кофейка сделаю сейчас.
Наклейки, наклейки. Что ты там?
дядя. Кофеёк себе сделал? Так. Ой. Так. Ну что ты, бродяга, делаешь? Сейчас. Ты уже налил, да? Ну, типа того. Давай, сейчас зайду. Что, ты уже все сделал? Картоху звать, нет? Да зови, чё. Попробуем. Захожу. Блять, не могу, как клип один понравился. На типа одного вчера подписался. Ну только в прямом эфире не включай. Ага. А, ты же стримишь точно. В этот, да, в Дискорд скинь. Да, я сброшу, напомнишь. Там именно чувак, короче, вообще с женой своей. Ну, у него такая она модельная внешности. Вот, я не помню, американец, не американец, ну, американец еще. Вот даже детей где-то в каком-то клипе снимал. Ну, кайфовые они такие, приятные, и гонит, ну, вообще прикольно. Мне прям понравилось. Там, ну, электронщина на любителя, я просто люблю такое. О! А? Yes. Захожу. Что ж, мы в Дискорде. Блин, сейчас, конечно, читочков пимпана будет, конечно, в разы побольше. О, Шамиля можно пригласить. О, давай. Слушай. Давай. Он тоже теперь в Дискорде, да? Таран-таран-тан-тан-тан. Надо пойти хотим поставить. Готовить. Кидай приказ. Кидай приказ. Угу, спасибо. Прожимание сейчас подойду еще. Давай. Жми. Это уже микрофон включишь. Приветики. Кто там зашел? О. Чат, ребята, отпишите, кто зашел.
ребятки, в чат, пожалуйста. Блин, вот с музычкой облома, конечно. Конечно, обломчики. Сразу в баню, блин, отправят. Да не есть хорошо. Че, Шамиль не будет играть? Не знаю. Ну, пошли втроем. Ничего не ответил он мне. А? Ничего он мне не ответил. Картошка, жми. Жми, гугошеньки. Кстати, надо попробовать через эмулятор с этот... Чат не устоит. Как-то так... Пустыню хочу. Пустыня. Что, ботов надо добавлять, наверное. Да нет, ну просто сейчас катаю руку и не буду телефона. Этот, еще мы с ним в чат позвали, вот опять наш дизайнер. Да. Дизайнерский чат. Скажешь, мне кажется, очень классный проект получился, мне очень нравится. Полетим, полетим, полетим. Чё, починочки? Починочки. Починочки, что-то нахера летит, наверное, 3 километра. Про километрика. Мишаня. Эй, ты. Да. Воу-воу, полегче, полегче. Ага, или в призм. В призм четвером? Ну давай, призм. Угу. Ну как в четвером? Я не знаю, четвертый прыгнет с нами или нет.
А, нет, понятно. Он на бункер, молодец, правильно. Mm-hmm. Чё ж нет-то? Надо же одному против складов воевать. Бодрячком начал. Чё, на главное здание и всё? И поперли. Крышу бы не это самое не допустить. Ну да, так-то. На 200 метрах снижайся, даже меньше. 230. Не учи папку, как говорится. Угу. Рассказываем. Все время мимо, блядь. Не попал, блядь. Нет пробития. Это не попал. Попал. Что, с нами кто-нибудь летел? Вообще не видел никого. Так, я на этот дом тебе оставляю, из ангара справа пошел. Ладно, первый этаж уклонул. Не пососай тут. Я пока дробаш только. Файерган нашел. О, круто. О, Вик. А, я думал, Вектор. Вот это вот. Херня. Ага, возьму, если что. Если никому не надо. Что там, что там? Наш... вышел, наверное. Ну, его, конечно, обсикали. Он вышел. Сейчас подойду, секу. Хорошо. А, лучше пойдем. Тут топовая МК, если что, без патронов. На втором этаже. Две точки валяются. Третий шлем тут на мне. Круто, второй этаж пролутаешь тут. Третья морда там. Х4 тут есть на втором этаже. А, возьму АК. Блин, патронов на него надо. Я тебе на М-ку скину, если что, патронов. Короче, нет смысла на это делать, да? Полтора. Не знаю. На пятерки-то забери. Где? Да я картошки. Угу. Ой, блядь, я минику там не взял. Тут миника и Х4. В доме на горе. Второй жилет. Х2. Семерки нужны и компенс. А двойка не нужна? Второй этаж лута, не крутых. Двойка есть уже. О, а я, блин, я там... Подожди, а как? Почему у меня? Четверку захватите, пожалуйста. Вот коряк. А как это я... Почему я не в третьем шлеме? А ты где-то, наверное, открывал что-то, дверь. Потому что за дверью бежал, а я поднял. Ага. Я понял. Там вторая каска, если что. Вот тут на столиках вторая каска лежит, ага. Возьму. В смысле? Вторую каску хочешь? Угу, у меня первая. А коряк не хочешь? Хочу. Тут увел маг. Жопа на эмку. Возьму жопу на эмку.
X4 на втором этаже здесь, в этом же доме. А карт где, напомню? На первом этаже в закутке. Справа, да? Угу. О, спасибо. Скорели Патрики. Кто повел мат, если на снайпу? Ну возьму, если что. Если у картухи там что, смотри. Дайте мне семерок, у меня вообще карта. Не нужен увелмак. Понял. А, семерки возьму туда в этом в ангаре. Вы не брали, надеюсь. Не знаю, тут увелмак еще один. Три тут есть. Дайте тройку. Не, у меня есть две тройки. Пипка нужна. Какая-нибудь на автомате. Вот тут на этой. На башенке. Прям на лестнице. Угу. Спасибо. О, матак, матак есть. Нифига себе. Что там, в лобби никого не нокали? Ну, не исключали? Нет, вроде никого. Херово. Тачка вот, картошка, это тачка. Угу. Я пойду матак возьму тогда. Чё, куда пойдем? Можно, в принципе, посмотреть этих на... Вот сюда съездить. Давай в зону заедем, там определимся. На починке можно заехать. Так, а нашего что мы убили на этом? Вот да, да, я тебе про что и говорю, что туда повыше подняться, посмотреть, может они там. Вот тут лут она. Угу. Чуваки, скорее всего, в зону поехали. Чё, в починке? Давай. Блин, красная зона. Ну чё, портовые мы или нет? Ну не знаю, какие вы там. Что у меня просадки? Починки лутаные. Лутана. Давай на дроп, нет? Пойдем.
еще Ники. А вот скинул. Скинул, да, еду. На горе был? Под горой. От меня метров 200, 100. Я справа на гору заеду. Оттуда пешком. Да, прям на горе падает. А вот он у меня в упоре. Не, перед, перед. Багиет, багиет. МК, третий шлем. Забираешь? Третий шлем нет. Окей, возьму. Ох, ты сзади. Еба, как он по мне попал? Нокнул. Как он по мне попал? Третий шлем забирает и нет его. Как он там? А, может, картошка забрала? Только мне броник попортил этот козел. Объезжают сзади. Где именно? Нужен хелп. С горы заезжают. Сейчас хилюсь. Заехал уже. Ой, блядь. Меня срисовали. Вижу, бегает. Я не знаю, сколько их там. УАЗик едет на меня. Бля, отхожу. Я пошел крутить его, слышите, по горе прям. Ага, вижу его. Четырёх. Он прям знал, куда стрелять. Он вниз, снизу обходит, Миш. Хорош. Третью каску ему покоцал. Но не факт, что это читак. Понимал, где я выйду, куда стрелять. У меня вторая каска. У картохи там. Ага, вижу, на мотоке картош. Блять. Да у меня тут, блять. Понял, иду. Все, я съебываю. Вижу. Дерево. Ух ты, нихуя, с М24 мне в голову. Хилюсь. Один за камнем, один за деревом. Да, еще один объехал на мотоке. Вижу за камнем. Ну ты Циолковский, я того маму рот ебал. Чё? Ты даже мою третью каску пиздил, блядь. Да я ты сказал, ты... Она... Не было там третьей каски.
Вот какого хрена, Миша? Какого хрена ты не подождал вот сейчас? Секундочку, блядь. Секундочку. Приехали. Ну, блин! Нихуя себе. Нечистый, что ли, ну? Да какой ты, это ты просто нечистый. Подожди, блин! Слушай, слушай, они в общий чат говорят. Похер на нём. Да, флайерган, флайерган, да. Можешь в жопу тебе его засунуть. В жопу, говорю, тебе засунь флайерган, говорю. Слышал, да? Повтори. В смысле, гоню? Тебе повторить, что ли? Да, не вовремя, конечно. У меня макароны сварились. Пришлось отойти, и все пошло по пизде. Понятно. А что там, ты голову выцелил, когда меня нокнули, да? Панфил. Панфил. Да, именно того, который тебя нокнул. Да я выпасывал слева, типа, за деревом. А этот за камнем меня нокнул. Угу. Да, да. Я не думал, что меня видно ему. Поэтому я так чуть-чуть приоткрылся, пикался. Thank you.
тысячек, ёпт. А это что за туловище рядом с тобой? Так что ли? Где? Вон сверху. Под картошкой. А, вижу. Прям да, у нас. А ну. Куда он? Чекаю. И он летит вот сюда, походу, да. Он сюда летит, на этот дом. Кирпичка. Душу. Сейчас еще прицелиться будет. Вот это вообще сейчас ему будет красиво. Щетцен сейчас будет ему. Чекай, блин. На кирпичку упал, что ли? Да. Я ж тебе метку, сука, поставил, блядь. Ну я уточняю. Понял. Видишь? Он сказал, уточняю. Просто. Тут М24 у меня еще есть. Взял бы. На втором этаже. Щетсон. Щетсон. Да ладно тебе. Так, мне неудобно немножко отсюда, конечно, смотреться. А ну посмотрим сейчас, еще кунг фу сильней. Вы далеко? Нет. Далеко. Он такой сейчас кстати, в окошке сидеть какой-то. Этот хуета сидит в окошке? Я такого я не говорил. Тройки. Ну и где он? Делал Сибаса. Себастьяна сделал. Так, а я, наверное, пойду обходить его с другой стороны. Вы не против? Там вообще как-то, знаешь... Насрать? Именно, прям вот самое то слово. Себастьяна. А вдруг он меня сейчас нокнет? Ну, нокнет, я, короче, подойду, покушаю туда. Просто на характере побег. Пожуй говна. Осуждаю. Это неприемлемо. Где он? Сейчас
честно, если хер его знает. Сидит, крысит по-любому. Да. Тут у тебя? Я приду. Где-то да. Где-то да, крысит. Ну да, молодец. Здорово, ебать. Как дела? Где твои друзья? Чисто Вектор зарешал. Он тебе еще не сказал? У него третий рюкзак. Я что не сказал? О, зеленый идет лутать его, блядь. Надо его добить. Ничего не сказал. Сейчас эта херня придет и залутает. Да, да, пришел залутать. Я понял, что пришел залутать. Ну, может, у него ему там объедочки останутся. Не, он такой посидел, подождал. Нормально вроде. У тебя микрофон есть? Зеленый. Зеленому похуй на твой микрофон. Зеленый. Зеленый. Шершень. Зеленый, есть микрофон? Шершень так грубо. Вижу такой супергерой. Так слышишь, он, короче, даже этот. Он даже в окне не пикался. Да, конечно, он там. Зеленый меня преследует. Обосрался и прилип жопой. Господи, не преследуй меня. Слышишь, что говорю? Угу. Он там обосрался и прилип говном. Да, да, да. Бля, все, он меня преследует теперь. Вот дура, теперь будет за мной бегать. О-о-о. Ну ладно. Может, дать тебе что-то хочет? М? Дать тебе что-то хочет? Что, пизделей? Не, ну может, какой-нибудь девайс. Да нет, а вот большая аптека там где-то была. А, на метке картохи, да? Пойду, короче, на метку. Так, шестерка меня интересует, восьмерка, если что. Ну, кстати, короче, чувак меня почти убил. Я видел, сколько у тебя хп стало. Видел, да? Думал, все ГГ, да? Нет. Сейчас начну кипеть, говорить, а, блядь, где вы? Че вы, блядь, не побежали? Там жрать хотел. Да, да. А, ну да, да, дэш. Не, у меня-то был план. Ёжные, как швейцарские часы. Да, 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 да. Так, иди, большая аптека. Картошка, что тут отмечала? Опа! Собчак стреляет. Ксения? А? Ксения? Help! Ксения, Собчак? Да, да. No!
метку можно четенькую? No. А, он все скидывает. Баги. Было, но прошло. Шерлок Холмс, короче, какой-то этот. Он мне, короче, оружие тут скидывал, все скидывал. И пофайтился. Странный какой-то чувак. Что-то вы зеленый. Блять. Понял? Он пересел, блин. Урод, блин, дрявый. Это он с обща был? Да пошел ты. Лутайся дальше. Ты идиот, я только сюда зашел, блин. Угу. Что, совсем идиот, блин? Вообще. Упустили из-за вас, блядь, чувака. Опять, блядь, я виноват, блядь. Ну пиздец, все. Это тип, который вообще не стрелял? Да. Он прыгнул в багги, который стоял рядом с нами, и свалил. А там с забора, блядь, пострелять негде было. Тачку возьмете там? Водокачку, блин. А, вот да. Это зеленый, что вообще неадекватный какой-то. Зеленый, поехали. Я его бросаю нахуй. Можно я вас задавлю? Так хочется вас задавить нахер, блин. Особенно тебя. Да, я понимаю. Ой. Ой, опа. Откуда? Я в упоре, в упоре. Тебя в упоре? Да. Аккуратно, картош, у нас. Что слышал вот здесь? Хотя где он? Только что его здесь слышал. Он стрелял с конюшни откуда-то. Угу. Где? А, вижу, за конюшней, за конюшней. Понимаю. Young people, блин. А я ему на хлеб... А, это вот этот тип, который свалил. Вот она, Мирада, это. Все, ты успокоился? Да. Все, больше мы не виноваты? Нет. Да-да, пожри, говна! Пожуй, говна. Пожуй. Угу. А нахрена мне это? Мне это не надо. Ой. Шприц возьмите. Эйр падает. Эйр, окей. Ты, блядь, я тебе говорю, ты сам с собой там играешь, блядь. Тебе похуй на тиммейта, вот прям отвечаю. Нет, потому что надо... Ты идешь, шлешь нахуй и просто идешь сам воевать, и тебе посрать. А потом тебя пиздят, и ты всех обвиняешь. На дроп погнали, сука. Я тебе что сказал? Я видел дроп, я сейчас туда еду. Куда ты едешь-то? Стоишь на месте. Ну, я сейчас тачку тоже еду. По дороге машина пронесла. Тоже на дроп. Да, понятно. Интервью приеду. Ну и что? Пусть лутают. Мы подождем. Он еще где он, блин?
метку. А у нас в упоре. Видишь кого-нибудь там? Нет, не вижу. А, Мирада, Мирада, Мирада. С другой стороны. Дал метку, ну. Ага, вижу, 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 вижу. По ним работают еще. Ух ты, блядь, с другой стороны вообще сдалека, с кемпа. Птушка, поднимай. Поднимай, поднимай. С горы, понял. С горы 60. Понял. Я понял, понял. АВМ. Это зеленый. Берите у него. Блять, он взял дроп, блять. Какой он тупой. Зеленый, сука, скинь АВМ, заебал. Ты же, сука, не убьешь никого, идиот. Блять, заберите у него АВМ. Сейчас, сейчас. Он сейчас все патроны стратит. Да у него АВМ с другого дропа вообще, ну. А где же он, блядь, взял другой дроп? Эти дымят. Они будут на тачку, наверное, садиться. Там, ну, скорее всего, поднимает свое. Ага, вижу типа, вот здесь. Ух ты, блядь. Он просто сходу дает мне, блядь, броню. Как это? Кого, кого нокнул? В дымок бегают. Минус один, там еще двое. Там еще двое было. Хорош. Сука, его добили, блять. Картошка, поднимите. Так, сейчас, наверное, заеду к ним туда. Да, там поднимают, чеснок, ну ты там. Если меня убьют, то не поминайте лихом. Вот в этой кирпичной херне. Вот это что? Я даже выйти не успел! Я даже выйти не успел, сразу дрррр! Охуеть! И где он там? Возле дерева был. Дальнем. Там вот. Да-да-да, вот там вот он меня убил. Enemy! Картошка, он в кемпе бегает также. А может их там и двое. Help! Help! Enemy!
Не ползи. Кирилл, он там стреляет, блядь. Убили того типа, нет? Он какой-то подозрительный. Да, он вообще что-то, он всех крошит. Он сейчас двоих только что захерачил. А, нет. Одного нокнул. Картош, нужен шот сейчас. Да, и без один. Ой, напал. Ногу, да? Нас обходят он там. Я микрофон отключу пока что. Давай, давай. Чапку мешал. Картош, погнали. Погнали за мной. О, его нокнули. А, убили его. О, убили. Конь у Икс интересный был. Опа. Подними картоху, она же течет, дядь. Понятно. Вижу. Что, не видишь, что картошка течет? Вижу. Да, понятно. Понимаю. Где тут репортинг можно на Банфила? Да ёб твою мать! С миника так стреляет, чувак, вообще! Это читер, чё ты делал? Да пошёл ты. Там чё так? Взял на меня, блядь, репорт кинул, сука. Кто? Ты. Да не кидал, я просто делал вид. Похер. Потому что ты, блин, картошку нокнули, а ты там сидишь стреляешься. Тебе похую. Мне не похеру. Вижу, меня вдвое, втроем пикают меня. Они, блядь, с трех пулей ее вырубили.
Прям четко. Тык-тык-тык, и все. Ну, так это вот этот вырубил, а ты вообще не с ним стрелял. Нет, не этот. Этот. Ее сдалека. Нет, я вот этот с минки фастик выбил. Сдалека с минки, чел, и он выебал. Ну, он стрелял очень похоже на вот этого. Вот там тоже миник был. Лежа стреляет. Репорты кинули этому Тику? Пускай его проверят. Угу, нифига себе, ну. Все пули попадают у него, прикинь. Угу, сквозь текстуру. Понимаю. Сквозь текстуру стреляю такой. А, вон еще миник один, понял. Вот оттуда ног у котов. Ага. Тоже, походу, такой же пизда. Говно такое. Опа, на тебе. Нормально получил. Так и будешь смотреть? А? Сейчас досматриваю. Там читеры против читеров. Да, 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 да. То он так кладет и сквозь текстуру стреляет. По шлему третьему сразу все. Угу. Офигенно удобно играть с Аимом. По-моему, еще попадают их нормально. Тоже, наверное, читаки, не знаю. Там читеры местного разлива, я тебе говорю. Что он не хилится, странно. Странно, что он не хилится. Сейчас у него хаешки будут прилипать 100%. Он их кидает в прыжке и отпрыгивает назад при этом, прикинь. Конечно же, он всех убивает. Просто все пули попадают. Красиво, красиво. Сейчас зажим, смотри. Сейчас зажим голову. А ну, покажи зажим. А, его жду напить. Ой-ой-ой-ой. Ой. Капец, прикинь, читака убили этого. Он просто что-то стоял там, смотрел. Понимаю. Я один видел этот его фейл.
Да. Абике 003. Ну давай посмотрим, что он. Ну естественно без скинов по Абике. Ну обычно шмотка бегает. Тохин. Пашке написать. Напиши. И Вася. Вася. С нами ты много типов. У меня прям рядышком. Ага. Вот сейчас мы с ним фатиться будем. Оружие появись. Ой. Где-то патрики мои. Где патроны, блядь? Как это так? Больше патронов, серьезно? Он со мной здесь тело падал. Меня пушат. Сейчас иду. Меня убьют, пока ты придешь. Я уже здесь. Ушел, он там где-то у меня. Патроны ищу. О, вектор. Где у тебя? Не, в уборе. Ага. А, аккуратно. Наверху. У нас в соседнем доме наверху. Понял. В домике. Подожди. Вилмак возьму. Пошли. Сейчас. Ангар, ага. Чё так, чё-то лагать опять стало.
А в этой херне сидит. В синем контейнере. Какой? Понял. Бля, картошка, чуть не обосрался. Ой, блядь, это тип в окне, я думал, ты его. Спасай, Панфила, спасешь, да? А тип глядывает без каски, блядь. Сука, почему инфы нету? Меня это бесит, блядь, уже. Ну, ништяк. А шо там в окошке ебальцем торговал? В смысле торговал? Я думал, картошка этого типа в окошке забрала. Фиги, а кого мы убивали? Тут еще целый сквад остался. Потому что два сквада летело. Понял, даже не посмотрел. Че ты, Паша, написал? Нет, сейчас. Мы же воевали, как я ему напишу. Кейсики открою. Есть там? Только. Шумин. Да, бичуганские шмотки выпали, конечно. Ты решил пооткрывать, да? Ага. На хуйня. Ой, заправить нужно 5 канистр с топливом. Господи. Пашка молчит пока. В общем, Дискорд зайдет, если что. Да Жеки где-то нету. Я так и не понял, что ты там делал в том доме. Ты с ним пикался в окошке, да? Иди в задницу. Понял. Понял, справлюсь, был не прав. Каждый имеет право на ошибку. Каждый имеет то, что умеет, да? Блин, по патронам было херово. Сломика, кстати, я хорошо так раздавал. Я бы вот этого убил тоже бы, типа, кстати. У меня чисто уже... Я чисто... О, шаришь, да, дядя? Медведка. Что, блин? Медведка? Кто 4 признавать? Есть, да?
Джон, ты читер? Звену признавать, это читер? Просто да или нет? Шу, когда занимает большую, то вот этот кирдык. О, он со мной топит, что ли? О, дядя, блядь. Сейчас будет сложно. И сейчас он оружие берет, да? Понимаю. У меня проблема. Ну. Help, help, help. Он прям знал, куда кидать огонь. Где он? У меня в доме, блин, бегает. Вот он выбежал. Илюс? Прям огонь не кинул четко, посмотри тут ко мне. Я хилюсь, я хилюсь. Все, я убил. Спасибо. Дверцу закрой, пожалуйста. Спасибо. Фух. Жопа шнурки. М-ка топовая. Все, понял. Да, четко он мне, конечно, прокинул огонь. Он как знал, прям где я сижу, прям мне под ноги кинул. Кар возьму. Хотя тут еще места есть. Все, с нами двое были, что ли? И не двое. Значит, на крыше на большое здание сидит, скорее всего. А мы всех убили. Всех убили? Да. Надо большое здание занять. Всех они убили. Ну что, всех убил. Понял, понял. Картошек. Сейчас, подожди, подхились, я подойду. Он на маленьком кемпедом. Да, я понял. Маленький, маленький кемпал. Да, как меня подтупляет. Понимаю. За камнем, скорее всего. Да, за камнем. За камнем, за камнем. Не вижу. Не вижу. Сейчас он как мне даст дюндель. Я почувствую прям. Ну, посадки пошли, это не, не это плохо. Это неправильно. Тачка едет. Да, сверху. А, вижу этого. К нему, к нему, к нему, к нему. Все, убил. Чуваки остановились. Нет. Еще одна тачка едет. Да. Да, остановились, камень. Остановились, вижу, 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 вижу. Блять! Сука.
А, и картошка тоже тебя за... А, тебя... Бля, чуть попасть не могу-то. Да, я тут. Здорово. Тут-то. Меня задолбало. Как день на удалёнке до 9 до 10. Надя, пузо. Да, отходился немножко. Здорово, здорово. Спасибо за текстуру, блин. Сейчас пора. Это че так походу, слышь? Не, пушит. Собака, и блять, он именно в мертвую зону забежать успел, пиздец. Ой, блять, дерьмище. А вообще-то на С менять эту руку. Угу. Да, у меня она аж на зажатие, мне неудобно было. Мне же было проще идти и додавливать. Он просто в слепую зону ушел. Обидно. Надо было не с этого, не зажима, а с прицела херачить. Че, картошка вышла или что? Угу. Это Паша зашел. Иди в игру. Пошел. Работаю, задолбало. Всех работу задолбало. Да их там типа гряди, блин. Такие бегают спокойно, сошлутают, вообще не боятся коряка. Такие, конечно. Да потому что ты по ним попал один раз за все время. Да. Ну как бы они там бегают. Сделайте заказ и получите скидку. Паша. Что сказал? Пашка, заходи. Какой заходи, ё-моё, я как этот, блин. Понял. Как овощ. Как это? Хуже, ё-моё, блин. Как это? Вот, как использованный презерватив. Нет, еще хуже. Как. Проститутка после корпоратива. Слышишь? Ну ты типа расскажи теперь, что у вас там за беда случилась в Ростелекоме? У нас за беда в Ростелекоме, угу. Блин. Че, скорее всего. Где-то накосячили, ё-моё, и Роскомнадзор, ё-моё, блин, где-то что-то прикрыл, блин. Ну, мне так кажется, по крайней мере, потому что лёг не только Ростелеком весь, причем у нас такие проблемы в этот день были, ё-моё. Все приложения не работали, интернет не работал, айпишки не вставали, видео не работало, абоненты заявки давали, ТТшки, блин. Но и в Кремле все легло, ё-моё, нафиг. Ну это я слышал. А что, ты думаешь, мне кто-то скажет, что произошло, ё-моё? Нам сказали, что, блин, где-то авария, ё-моё, блин, на основном направлении, блин. Ё-моё. То есть, и все, что нам сказали. Нам же никто никогда правду не скажет, что у них там случилось на самом деле. Я думаю, что Ростелеком где-то что-то нарушил, Роскомнадзор это дело прикрыл, блин, вот и все. Ну что, извини, Ростелеком, а Роскомнадзор это Роскомнадзор. Так, интересно, если я моник выключу, меня будет слышно? Что за ник тупый? Слышно? Что за ник тупый? Бабка без тарка. А бабка без тапка? Бабка без тапка, нормально.
бабки тапка не забрали. Заставляет в Xbox играть. Табличка в туалете не сиди, просто так думай что-нибудь. Ну да, подумай что-нибудь, да. Мужчина без жены, как рыба без велосипеда. Нормально. Не так страшен звук, как его запах. Ну, блять! Да. Ой, блин. Ой, не могу. Ну, смешно, но не настолько. Сутки за... Сука, иди в жопу. Чё, летим? Блять, я думал, это... Я думал, там мы поставили меточки. Это бабка без тапок. Где твои тапки, бабка? Ты на пенсию ты не можешь купить себе? Конечно, тапки, пенсию. Меня хоть отца, блин, домой отправили, блин, с бабушкой. Ты... Так, опять он садится на мой дом. Ты куда садишься на мой дом, говно? Ну все, сейчас мне капец. Не в доме. Дробовик. Это вектор. Что сидит? Вектор победил. Спасибо за внимание. Вектор победил. Нормально, его поджег еще и саданул ему. Ой, ай, ой-ой-ой, чуть по башке не получил, как я вовремя лег. Тип на втором этаже, серый дом сейчас. Видел. Блять, скрыл, все. Карс, ой, молодец, картошка, что ты его увидела. Он прям уже меня выпасывал там, походу. Пятерок маловато. Надо пушить этот большой дом. А где тот еще тип? Тот в этом сером здании через, ну, том. Понял, ага. Вот там. Ну нихера не шевелится. Может мне кто-то запушить? Да подожди ты его. В смысле, ты думаешь, там никого нет? Я думаю, что мне помощь нужна, вот что я думаю. Не нужна уже тебе помощь. По крыше ходит. Мне кажется, картошка сразу его ушатала. Понял. А вот трупачок его. Ой, хорошо, блин. Как у него тут красивый. X4. На крыше, что ли? С метки. У меня типа тут прям внизу. Он под навесиком или за заборами? Где там? Да я упал. А, сидит в ванной, блядь. Придурочный, что ли? Здорово, блядь. Блин. Остань пятерок, пожалуйста.
Ой, ломах нужен. Да? Согласен. Я сейчас возьму. А я сейчас возьму. Согласен. Согласен. С чем? С тем, что ломах нужен, согласен. А есть этот у кого-то? А, там X2 где-то был, блин. Нет, я его забрал. Собрал. А у меня нет вообще прицелов на это. Точка хотя бы нужна есть. Там должна быть. У того чувака, да, в этом кабаке. Угу. Ну, а сейчас я на крыше посмотрю, у него вроде была, подожди. По-моему, у него что-то было. Как бы мне ног сейчас на крыше. Ты... Читак. Откуда? С 15, откуда. А тебя... сейву ползти, но он меня сейчас добьет. Он меня видит сейчас пока что еще. Все, я в сейве. Так, я еще вернусь. Угу. И то он прям вот так вот тык-тык-тык-тык-тык. Пошел на 330 уже. Вижу. Он бегает. Это было жестко. Ай-яй-яй-яй-яй. А он не один еще. Он еще и не один. Забей. Ко мне зайдет сейчас. Уеси. Попробуй поднять картош. Скорей. Да а все тут уже. Без шансов. Три пидора, блин. Ты не забыл, что это три? Да, их можно так называть. Пизда вам всем, сука. Охуенный ник. Просто втроем, блядь, на спидах. Нормально. Нормально вообще. Спидхак, аим и все дела. Да, красавчики. Просто топовые красавчики. Так, погоди, секундочку. У меня вылетел папа что-то. Ну давай, заходи пока. Сейчас ошибки мне будут кидывать. Да, конечно. Блин, это с чем это связано? Работает. Вдруг он мне начинает ругаться на DirectX. Понял, перезайду сейчас. Я не понимаю, почему он на ровном месте, он просто... Так, сейчас ноут перезагружу туда. Не хочет у меня заходить. Сейчас вернусь, короче. Кто перезашел? Нет.
Эй. Ну что ты там? Сейчас запускаю. Да я не знаю, что с ним делать. На DirectX начинают внезапно ругаться. Все, и хоть это хоть. Пум-пум-пум. А потом у меня в сейф моде запускается, и мне сбрасываются настройки, блин, этого. Есть, запустился. Муся! Кто позвал тебя в чат? И я нашел тебя в Инстаграме, отзывы, лайк. Нифига себе ты там отсыпал, 44 лайка. Офигеть, спасибо. Блять, эту комбинацию нажал, прикинь. Хотел нажать Alt Enter, нажал Alt F4. Зашибись. Похожая, конечно, комбинация. Да, да, да. Согласен, да? И рядом находится, да? Вообще очень рядом. Сейчас проси. О, все развернулось. Я прям смотрю, там паровоз лайков просто 44 штуки. Такой, нихера себе. Мне бы кто-нибудь так сыпал. Да меня сразу туда закинули, и я там сразу оказался. Я еще не ливал. Сафарян меня Саша туда добавил. Так. Конечно, очень низкая. Видос, короче, выплыл. Продажа недвижимости на Эрангеле. Не, ну подожди, подожди, там кто-то говорит в чате. Да, послушай.
ты играешь с такой пингой? Ты кому? Пила, нахуй вообще чат говорить. Понятно все. Че, куда понапил? Да я не знаю, можно в Алиазар. Давай. Хотя, в принципе, можно было сразу в пикаду прыгать. Кто там, Пашка вышел, да? Его выкинул, ага, понятно. Ремзона 15. Нормально, нормально, ник, конечно. А чё, плохого? Интеллект дауна сразу на лицо, конечно. Послушай. Мысли. Надо было дальше пролететь. Он на ангар летит, да? Да. Так, одного вижу справа. Не вижу вообще никого. Я одного вижу на ангар, он на ангар летит. На крышу спал желтую. Ага. Прямо рядом со мной на крыше желтого здания. Ага. Подтягивайтесь, если что. Уже мне кидает что-то. Ну нихуя себе ты. Ангар у меня, подтягивайтесь. Yes. Один что ли? В ангаре. Да. Понял? Вообще. Нихера не понял. Нахер ты туда прыгнул-то, дядя? Прям на него прыгает. Один чувак. И чё? А дроп есть? Если один чувак с нами прыгает, значит что? Почему нельзя его спрыгнуть и запушить сразу? Почему? Потому что на другой конец нужно, чтобы потом, блядь, искать его. Потому что все практически на метке прыгнули. Да, это нужно, блядь. Вот и где его сейчас искать, а? Имбецил ты, блядь, дрявый. Только он, походу, куда нечистый. Смотри, текстуру херачит. Теперь понятно, почему он не спрыгнул. Он видит вас. Город. Где? Ну за домом он просто стоит, чекает. Меня кто-то вавк выкинул. Угу. Или он сам выкинулся. Включить. Это пиздобол. Ай, патроны кончились. Подожди, сердце. Паша, помолчи. Перезаряжаться будет. Ай, хорош. И сковородки. Нету сковородки. Мечом его порубай. На спидхаке что ли свалил? А, да, нет. Походу. А, не. Шо, лох, поиграл, блядь. Заикнул. Сейчас ник скажу тебе. Z-I-L-K-H-O-M.
Подожди, я сейчас выйду, покинуть матч, сейчас продиктуешь. Z I K L M N, да? И L K. А, ну, понял. M N, да? Подряд получится. Нет. Ну, Z как английское Z. Потом... Я понял. И простая, L маленькая, K не C, а K. H. Z и простая. Подожди, Z и простая дальше. L. К. Дальше. H. Дальше. О. Дальше. М. Сейчас тебе скажу. Соло у него 0 игр. В дуо у него 49 игр. Ой, 12 игр, 1 победа. В отряде у него 20 игр, 2 победы. Врагов сколько? В отрядах 55 убийств. Получается, КД у него в отрядах 2,75. В дуо у него 49 убийств, 12 игр. Пешек нету? Какой КД? Тихиро, слышно. 4.45. Мне плохо слышно. Не знаю, пропадаешь. Ни тачки, ни хаишки. Я просто не ожидал читачка этого. Он просто уже стоит, просто в ангаре во весь рост. И просто меня с юмпика херачит. Вот этот ангарчик жирненький, блядь. Я уже не вижу, я вышел. Пошли новую. Я сейчас. Где? Хочу умереть как мужчина. Да? В смысле, на гранате все хотя бы подорваться. Ага. Или на тачке. Тачки нету, блин. Далеко. Вот объясни мне, зачем, когда чувак один прыгает в город, прыгать хер знает где? Ты прыгаешь в складах. Если чувак отдельно прыгает от всех, то значит, что это какая-то хуйня, понимаешь? Не просто так он прыгает один. Ну как? Не обязательно. Ну как не обязательно? Просто я играл с рандомами, они прыгают все по отдельности. Хер пойми как, кто куда. И дохнут. Ну почему и чё? Не может быть просто тип... Вот просто им тоже может... Зачем его потом искать, блин? Понимаешь, он просто сядет где-то, закрысит за углом, и ты просто будешь бежать на этот расслабленный, и он тебя встретит. Зачем это? Когда можно просто его убить и спокойно... Это логично, пиздец логично. Нет. Спрыгнуть хуй знает куда, зато на метку, блядь. Нет, просто к чуваку, да, вот. Это ты херню гонишь. Ну прикинь, чувак, почему? Вот. Ну ты побежал на чувака. Ты побежал на чувака. Он тебя уже закрысил. Я не бежал на чувака. Я его встречал. Как ты его встречал, если он тебя уже ждал? Мне с оружием просто не повезло. Я стоял с пистолетом, с этим, на ЦПшках, который. А он с этим, с юмпа. Плюс он меня как-то накидал интересно, я не понял как. И в итоге он оказался читачком. Ну то есть я что не видел, где он, понимаешь, а он-то видел где. Че правду, если там просто втроем его раскатали бы на изи. Просто бы спрыгнули все втроем рядышком. И на изи бы его раскатали. Нет, блядь. Ну ты в следующий раз. Ты в следующий раз свой план озвучивай нормально.
Я сказал, чувак справа. Ну хорошо, я буду озвучивать. Я сразу сказал, помощь нужна. Ну так мы так уже приземлились. Мы уже приземлились. Тебе полутаться. Так тебе ж полутаться надо, понимаешь? Так а с чем я на него пойду, блядь? А потом ты... Член натирать салом буду или чё? Блядь, ну рядом же действительно, полутаться нельзя рядом. Где рядом там? Там картошка упала. Рядом? Где рядом, где потом, потом рядом пустой дом. И был дом только в который, как, ну, на такой же, который я прыгнул. Всё. Ну, ну, ну так а ты спрыгнул вообще хуй знает где, блин, ты был. За, там, за метров 200 или сколько, 100? Ну 100 метров можно было бы и подождать, если у тебя один пистолет был. Торопиться надо куда-то, нахера? Иногда не надо торопиться. Серьезно? Да? Окей, сейчас я тебя, блядь, буду тупаться заебывать до самого конца. Потому что торопишься обычно ты. Иногда торопиться не надо, а иногда надо. А и ты решаешь, когда надо, а когда нужно, да? Кто решает? Кто решает? Я решаю. Так, ты решаешь. Ну пошел нахуй. Блять. Ты хоть предупреждай, я даже метку вывел. Я, да я первый поставил, потом уже смотрю, твоя стоит. Угу. А где... А, понятно. Лупится. Уничта. Чего он прыгнул? Уничта, житель. Ну потому что он, может, читер. Ты житель, да? Ну, уничта, житель. Планета уничта? Ебать. Okay. Планета уничта? Да, смотри народу сколько. Зеленый. Окей. Да, вижу, вижу. Давай на ту сторону. Один на ту сторону. Да, вижу, вижу, вижу. Это хорошо. Он туда садится справа. Я на левый домик. Thank you. Он к моему дому летит. Ага, ага. А, он, а, он центральный занимает. Все, мы с картошкой на левый домик. Давай, будь там. Ай, забор. Его убил, да? Нокнул, который в, ко мне в дом забежал. Блин, оружия нет нормального. Есть что-то? Возьму. Идем, идем. Илюси, тихо. А тот где, который по вам стрелял? Сокон нас просто выпал. Пиздец, просто нахуй. Ноль, ноль прицелов. Все, сейчас. Блять. Залупа в виде, блять, этой джишки ебаной, с которой хуй постреляешь. Блять. Как тебе? Он поднимает его, сука, выходим. С оружием вообще что-то не везет. Терпеть не могу эту джи, блин. Обосранную эту джишку, блин. Она медленная, сука, пиздец, блин. С ним пока пулька, блин, вылетит, это просто трындец. Не понимаю, почему фамилию так нравится. Что типа контролить прикольно. Кусок говна, а не оружие, блин. О, смотри, какой прыгун у нас. Смотри, пью. Пью.
сейчас он бан получит, чекай. А ну давай. Пью. Двое читаков. Двое читаков. Предлагаю ливнуть. Тут склад походу читаков и их не было. Похер. Похер? Ну окей. Двое, двое точно. Голожопые, которые. Да, двое голожопые точно. Он говорит, что... походу с нами... Сейчас они походу с нами и прыгнут. Ну, голожопых, если увидишь, то значит с нами. Не, вроде голожопых нету. Чё, склад с нами, да? Угу, и еще вот один. Я не ко мне, я не ко мне. Ой, бля... Оба. Мишаня, трое у тебя. А, картошка у тебя трое. Сейчас картошки пойду. Тихо, тихо. Обязательно было на мою метку прыгать вообще. Калаш, калаш, калаш. Нет, нихуя не лезет. О, эффект. Там еще. Ай, блядь, ну картошка, ну какого хрена, блин? Поднимаются там, все, их трое, короче, там, блядь, пиздец, все, ГГ. Блядь, у меня не вектор в руке, охуеть, блядь, я думал, сейчас с вектора залью, и у меня ВСС в руке. Охуеть просто, блядь, ебать я урод. Ой, блядь, я сейчас думал, с вектора залью нахер. Печально. Там, да, все равно читаки были. Какие читаки? В смысле? В катке? А, говорили. В катке. Да, да. Да этих можно было разъебать. Ну, еще что не разъебать. Я одного нокнул, блядь. Четвертый долбоеб побежал, блядь, слился. Тупо, блядь. Хихикаю еще. Или кто ты хихикал? Это я хихикнул, когда ваншотнул этого. Ай, блядь. Я даже не понял, кто это сделал. Такой хихи, блядь. Ваншотнул там типа с калаша в голову. Смешно, смешно. Я запись потом посмотрю, как ты хихикнул. Блин, у меня вообще просто реально не влезали патроны, мне пришлось все взять на девятках. И это я зря сделал. О, ебать, склад, смотри, этих голубых. На нахер один ушел.
А еще этот ушлепок, который в этом, ну, зеленый наш, взял, короче, блять, в мой этот, в мой дом, блять, прыгнул, залутал его, олень ебаный. Говно, блять, не мужчина он. Далеко лететь, Миша? Ну, так, давай, наверное, сюда в Чума, в Чумахеру. Че, ты думаешь, наверх? Поставил на сиську. Нет. Да. Это сиська? Да. Ну давай, давай, да. Все, я спутал просто. Смахеру с этой игры. Смотрену его. Понял? Смотрену его. Блять, на гэжму. Зато прилечу я быстрее вас. Давай, давай. Расскажешь. На фазбончик. Да что-то прям вообще не везет, блин, с оружием вначале. Это печально. Какая приятная откатка была сегодня на этом, на зимке первая наша. О, ЦЦЦ! О, все понятно. ЦЦЦ всех давит. Чекай теперь. Вот не, он одного только задавил. Вот сейчас троих второго. Уже. Троих. А, он его убил, типа, да? Опять кому-то нравится. Я тебе говорю, это... если ему сейчас бан не дадут, это трындец. Гаситься будем до самого конца. Нет, на него потрошь. Ну, если найдешь меня на пятерку, я тебе калаш дам с папочками. Там Каберстоу могу взять. Да, нахер оно сралось. Че, попробовать на семерках отыграть будет? СКС скинул. Угу. Поздравляю. Поздравляешь? Поздравляю. Вот, 80-13-166. Телефон, наверное, досуга какого-то. Угу. Альбе. Попробуй по твоей тактике калаш именно с двойкой. Возьми калаш, ТМ-ку тупого одну. Да? А, окей, окей. Тебе с двойкой взять ее?
патриками. Окей. Двойку не надо. О, как. Блять, семерки тяжелые, ведь понимаешь. Хотя бы 90. Давай махнемся. Махнемся. Иди сюда. Иду. Дай домик пробегу. Опять меня в радужную залупу покрасил. Конечно, патронов ты принес. А вот скинул я патронов, просто ты не подождал чуть-чуть. Наверное, пойдет. Увел мага надо. Увел мага надо, согласен. Ну что-то ЦТЦ не видно больше, он там давит всех, нет? Он ждет, наверное, под землей. Покурить может. А услышишь, главное, ты как он будет лететь уже за твой лица. У тебя что? Бетонку пошел. Бетонку полтора. Мекар. Картошка СЛР нужна? Нет, не Дескаром. Картошка? Иду. Моем 24 лежит. По мне. За машиной, ага, но. Идем. За пургой, за грузовиком с той стороны будет. Захаревич. Угу. Картошка на меня забайтила его. Вилмак почечка, еще вилмак нужен. Налутал бедолага. Четыре. Не дали мне залутать эту, блин, бетонку. Коряк есть. Что у вас по аптекам, нормально все? Нормально. Нормально. Так, нам нужен еще один вилмак и почечка. Есть вилмак на снайпу топовый. Давай. На бетонке я не возьму уже. Вот
питонке или где? Да, в той закрытой, да-да, внизу-внизу где-то, да. Я не помню, или на втором. На втором, да. Возьми шприц, кольнись, и тут аптека еще. У меня я шприц. Забущен. Я тоже забущен. Блин, ладно, кольнусь. Ты на чем, на автобусе приехал? Угу. Поехали. Че, поехали? Поехали. Тачки там едут. Ух ты, блядь. С горы. Понял. А, с текстур поди. Поехали в кемп. Поехали. Давай, купи. Картош, давай к нам. А, ты, у тебя баги улетело. Пятиэтажки, походу, стреляли, да? Тело сюда тоже. Предлагаю игнорировать. А он уже левее где-то, слышишь? Он уже где-то там, блядь. Так он бегает по всей горе, по этой. Он попал по мне, блядь, двоих там. Все, их игнорим просто, не высовываемся под них. Стреляют. Так они в зоне. Стреляют. Поехали-ка это, слышишь? Поехали отсюда нахуй. Поехали в зону. Да. Охереть, попал по мне, блядь, уёба. Задымить можно? Блядь, у вас, блядь. Эту калмату дымить надо. Картошку нахуй. Дыма нет. Жду. Не ломать будут тачки. Тачку пытается ломать, надо уезжать. Поехали. Сука, блядь, она медленная, пиздец, нахуй. Короче, поехали.
все, поехали. Сразу в зону надо было зайти. Да, сейчас заедем в зону в ту и будем их ждать этих курей. Поехали туда. Аптека моя, Да блять, нахуй, откуда? Затрахали, блять. 80 откуда оттуда. Бегут. А, это ты? Попробую поднять под забором. Блять, я даже понять нахуй ничего не успел. Ну, сверху горы, он уже забежал. Домик маленький серый, там нет машины у нас. Он меня бегает. Да. Тут наверху был. Точно? Да, он же с горы откуда стрелял сверху. Ага, понятно, сваливаем нахуй. До сих пор. Сваливаем. Там колеса прыгают. Он в текстуре. Да, быстрее, поехали. Блять, я хочу его крови, этого говна, блять. Видишь его? Бежит по полю, походу. А, вижу. Майзафака! Вот это был выстрел на упреждение. Поехали, полутаю его. Или подождите меня здесь, я ултану быстренько, окей? Мне шапка нужна просто. Поехали, подлетаем его. Наверное, шапку ему снял как раз. Ты его, наверное, накоцал, да? Я ему контрольный сделал. Говно, блин, как мы их разъебаем. О, опять этот ССС, блин, слышишь? Угу. Читак-то остался. А где он? Я не помню, где он. Он за зоной, да? Я запомню, где он. А, вот эта ЛГшка, блин, ее не видно отсюда вообще. Да, вот здесь это, ага, да, левее. 53 секунды, у меня нету транспорта. Одну птичку заберу, остальные можем брать. Тебе увилмак взять, дядь? У меня все есть. Дым забрал. Нет, транспорта нет. Все, каску сделал, поехали. Поехали, поищем тачку на 25. Там вот. А, вон стоит, вот все стоит сейчас. У нас есть транспорт. Сейчас пересядем в пикап. Я Панфила заберу. Вот мотак, дядь.
Ты говоришь, нет транспорта. Ну, блядь. Вот ты, Вася, на респе не посмотрел, мотай, ну. Метку дал. Понял. А там люди. Нагорел нас люди. Вот тут в упоре, блядь. Я видел, а что ты будешь делать? Пиздец, по мне с АВМа попали, блядь. Слушай, мне тычка, я кончился. Сука, уебан, ебучий, блядь. А, они сзади едут, блядь. А что мне нужно было делать, ты можешь сказать? Да пошел ты в жопу, наездник, блядь. Это что сейчас было? Плохо, ты не хилишься, да? Сейчас взорвут, на горе стоит.